Звони, звони. Так, прекращайте всю эту всякую. Молиться со всех отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас. Боже всемогущий, хвала Тебе. Благослови меня, дары Твои святые, не прости нищих сиротов, обездоленных, покинутых. Пошли им также все потребное, болящего Сергея парализованного, благослови Александру, Павину, Анастасию. В твоей руке жизнь человека. Ты сам отмеряешь ему срок жизни, но указал путь, чтобы человек сам был городом на вершине горы. Тебе слава за все, Отец Сын и Святой. Аминь. 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 Хотел сказать, мы сегодня опасного работы делали. Девушка, которая поломала буря, их надо было повалить. Совсем. Я на растопоршины висит одно на другом, подойти под них никак. Когда уже вокруг начали ходить, поводить, его доставал, кое-как освободили. И каждый раз пили, то отскакивали в сторону. Вот закончили, не успели, одно дерево еще осталось. А они там куча растут. Литла, она такая растопорщица. Мы ее понимаем, можно легко определить, куда тихо падает. А это никак нельзя. Тихо. Видишь, как свернули. Каждый раз сворачиваю. Можно сварить. Ну не сворачивать, она должна быть широкая. Легко. Ее сворачиваешь, главное. Давайте. Садись, Лука. Прося, благос. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ешьте до сытого, слава Божию.